Дальневосточный строительный форум ДСФ «Диалоги-2022» состоялся в Владивостоке по инициативе и организационной поддержки Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный бизнес-клуб «Диалоги», Всероссийского центра национальной строительной политики и Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Мы очень рады, что наши участники по итогам форума устанавливают деловые контакты и начинают не просто работать, а даже дружить компаниями. Это замечательно. Особая атмосфера всегда. На высоком уровне проводим. Мы очень вовлечены в тему развития строительной отрасли Дальнего Востока России. Сейчас это наша с вами основная цель – развитие, динамика и движение. ДСФ «Диалоги-2022» позволяет представителям бизнеса и органам государственной власти установить новые деловые контакты. Как раз та площадка, где можно обсудить наболевшие проблемы, наболевшие вопросы и выработать, наверное, пути решения этих вопросов, обменяться контактами, и, может быть, эти контакты приведут к какому-то реализации новых совместных проектов. Поэтому форум, я считаю, что это довольно значимое, нужное мероприятие для региона в масштабах Дальнего Востока и, в частности, для Приморского края и города Владивостока. В деловой программе форума состоялось пленарное заседание «Перспективы развития строительной отрасли Дальневосточного федерального округа» с участием федеральных представителей профильных министерств и ведомств. Главной темой для обсуждения стала реализация проекта комплексного развития территории и формирования комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе. Комплексное развитие территории – это возможность не точечной застройки, как у нас, к сожалению, какой-то большой период времени было, а застройки, проектирования целой большой территории, нескольких гектар, целых районов. Возможность предусмотреть сразу школы, детсады, инфраструктуру, пешеходные зоны, зеленые насаждения и много-много другое, то, что создает комфортную городскую среду для граждан. Форум объединил представителей российских и зарубежных компаний, застройщиков, проектировщиков, производителей строительных материалов, руководителей региональных строительных организаций. Сейчас диктует время для того, чтобы мы здесь внутри себя наводили собственный порядок, как говорится, никто за нас не уберется в собственном доме, кроме как мы сами. Поэтому это место, где находятся, ну, во-первых, очень много гостей, в том числе вот, представители там, науки, образования, власти, бизнеса. Ну, вот, ищем формы, как нам наводить порядок в своем доме. По традиции, первый день форума ДСФ «Диалоги-2022» завершился официальным вечерним приемом, где участники главного делового события в строительной отрасли могли пообщаться в доброжелательной атмосфере. Анна Дьякова, новости на Восьмом.